Так, добро пожаловать в Heroes of Neverest. Сегодняшний наш герой там слон, так сказать. Так, первый спелл у него стан, который делает рывок. По пути он наносит 260 единиц магического урона и оглушает на 25 секунды. Второй спелл, это у него, он поглощает мгновенно убитого воина и добавляет к себе 200 единиц прочности, то есть щит ставит на себя 40 и поглощает 40% от максимальной ядовой цели. Третье, это безумие. Используйте для получения голова, которая напугает на голову врага в мгновение на движение на 15% и замедление атаки на 10% на 16 секунд. Уничтожение ульта. Используйте, чтобы выпустить 6 пульсирующих энергий перед Фуфуфан и каждый раз наносит 50 единиц магического урона, каждая последующая наносит на 60 единиц больше, а тохи можно нанести до 900 урона. Гоу! Так, начальник спелл предмет на длину будет тапки. И возьмем, давайте... Все-таки ларфю, просто жизни. И оружие ищет. И погнали. Так, давайте проверим наши спеллы. Ульта. Это спелл стан. Смотрите, герой просто отличный. Поэтому можно использовать его как для танкования. И для любых атакующих способностей. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь.